Украшения ручной работы, поделки из кофейных зерен, кожи, войлока и глины. Ремесленники Южного Казахстана расположились на Шымкентском Арбате. Себя показать и найти своим творением хозяев – вот цель необычной выставки. Южный Арбат – это выставка прикладного искусства. То есть у нас все желающие, которые хотят участвовать на выставке, могут участвовать. В каждом городе есть свой Арбат, поэтому мы решили создать наш Шымкентский Южный Арбат, где каждый желающий мастер, неважно художник, он ремесленник, может участвовать на этой выставке. Южный Арбат – это настоящая кладезь для любителей эксклюзивных штучек. Здесь можно приобрести то, чего точно не купишь в магазине или на рынке. Занятие пожилого аксакала удивляет посетителей Шымкентского Арбата. В руках пенсионера безликие листы белой бумаги оживают, превращаясь в птиц с ярким оперением и животных. Мастер говорит, что на такое волшебство уходит порой целый месяц. Но Флёр Рахипов не считает это время потерянным. Напротив, все это настолько увлекательно и захватывающе, что непременно понравится молодым людям, далеким от оригами. Вот, например, если взять на этого павлина, я где-то недели три ухожу, с нуля, если начинать. Вот сюда уходит 2500 вот этих модулей, треугольнички называются модулями. Я вот увлекся этим, хочу вот нашу молодежь привлечь, чтобы она занималась этим. А то сейчас же любители в интернетах сидят, на сотках, а это чем-то заинтересовали. И действительно, организаторы Южного Арбата надеются привлечь к выставке как можно больше молодежи. Это отличная площадка для того, чтобы продемонстрировать свой талант и, конечно, заработать. На этой ярмарке любой творческий человек может прийти, сесть и показать себя, показать то, что он умеет. Ярмарку-выставку планируют проводить по пятницам, субботам и воскресеньям. С 4 часов дня на площади Аль-Фараби перед молодежным ресурсным центром ремесленники с нетерпением ждут всех желающих. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Кирбол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».